в этот день у товарища день рождения был. С обеда начали поздравлять, прошли медосмотр. Ну и накатили, конечно. И тут порыв. Ну, значит, отправляют исправлять. Да там ничего сложного. Порывы каждый день бывают, а день рождения нет. Пока ехали, еще, конечно, по чуть-чуть дали. Как приехали, пошли на осмотр места. А я, значит, кричу напарнику, чтоб веревку кинул. Оборачиваюсь. А уже нет никого. Свечу в яму, а там уже тело плавает в кипятке. А ведь у него жена и ребенок. Одни остались.